Сейчас учим гамму, которая называется ми бемоль мажор или и флат мейджор. Вот она, вот здесь. Там по такому же принципу аппликатура. Тоже правая рука играет четвертый пальчик на би флат или на си бемоль по-русски, а левая рука играет на четвертую ступеньку, которая будет что? Ля бемоль. Да? Давай играем. Шагай пальчиками. Почему второй ты пропустила вдруг? Еще разочек начни, пожалуйста. Еще раз начни. А пропустила теперь третий. Опять второй пропускаешь. Второй пропустила почему-то. Играем, пачки шагают красиво. Старайся рукой не трясти, пальцы сами шагают. Первый, загибай под ладошкой, проходит первый.